Регулярный Кубок Севастополя по классическому пауэрлифтингу стартовал 3 ноября. Первый день соревнований на помосте девушки. Более 20 участниц, представительниц всех весовых категорий и возрастных групп. Поток неоднородный. Есть девочки, которые первый раз выступают, ну, пройдя необходимую подготовку. Есть кандидаты мастера спорта. Есть даже член сборной команды России, это Прокопова Екатерина, мастер спорта. Ну, так всегда на городских соревнованиях выступают все, отбираются все, потому что, ну, это один из тех стартов, который, скажем так, квалификационный. Девушки соревновались в нескольких упражнениях – приседания, жим лежа, становая тяга. А Екатерина по совместительству – действующая военнослужащая. На турнире вооруженных сил по пауэрлифтингу заняла 3 место в абсолютном зачете. Всегда в первую очередь на любых соревнованиях – это обновить свой старый рекорд. Я думаю, в этот раз может получиться. Хотя, ну, нельзя просто загадывать никогда, но цель определенно такая. Думаю, в тяге это будет мой лучший сегодняшний результат в безэкипировочном дивизионе. Новички и дебютанты соревнований также стремятся к победе. Некоторые выступают не в первый раз и уже имеют успехи в подобных состязаниях. Я уже как 2 месяца занимаюсь здесь, в этом прекрасном зале. Пришла по совету знакомого. Он говорит, попробуй. Я говорю, ну давай. Была не была. Ну и все, и пришла, и мне говорят, ты готова выступать? Я еще тогда, наверное, ничего не знала. Это у меня мое второе выступление. В принципе, я считаю, что прогресс есть. Даже за 2 месяца в прошлый раз я заняла 1 место в своей категории. В этот раз планирую не меньше. Уже какие-то есть промежуточные результаты? Да, есть. Из-за того, что пришлось гонять вес, немножко потеряла силу. Но, в принципе, я считаю, что мне это не помешает. Чемпионат пройдет в несколько этапов. После выполнения всех упражнений будут выявлены победители и призеры. Они примут участие в чемпионате России, который пройдет в Туле. Поддержали девушек в тяжелом спорте Михаил Кумбров, Павел Булгаков, информационный канал Севастополя.